Ты там разговариваешь? Ты что так разговариваешь? А ты что так? А вот кто что такой? Ты еще не понял. А ты? Уберите. Тихо, тихо, тихо. Я разберусь, что мне делать без тебя. Пойди, ты что, педик, что? Что ты отрубишь? Ну, а мы решили посетить ресторан, наверное, да? Пойдем в ресторан, сходим. Парковка свободна. Камера при себе. Почему бы, собственно, не сходить в ресторан? Лестница, кстати, очень опасная. С нее почему-то любят скидывать людей. Очень хорошая лестница. Хорошая? Очень хорошая. Мне нравится. Подсветка есть. Красиво. Ну, да, вообще, мне тоже. Богато. Богато. Внутри, я надеюсь, так же. О. Молодые люди, это частная собственность. Что? Нельзя. А мы поесть хотели, вы мне больно сделали. Нельзя так делать. Мы поесть хотим. Это не ресторан. Да как не ресторан? Я же вижу. Написано ресторан. Написано ресторан. Чего вы обманываете? Вы кто? Какой-то чувак захватил, похоже, здание. У нас захват, по-моему. То есть общественное место, ресторан не отказывал от посещения, я так понимаю, да? Нет, ну может я дурак, конечно. А вот написано, товарищ, круглосуточно. А, да даже есть, знаете, как работает? Работает. Вот. Круглосуточно, да, все. Именно этот есть адрес, куда приедет. Молодые люди, зайдите, пожалуйста, частная собственность, это не ресторан. Это кто же такой, это дядька? А у вас написано, чем работает круглосуточно? А что работает круглосуточно? Это не ресторан. Вы написано, что это ресторан. Банкетный зал. А, ну я банкетный зал, я гость. Вы я VIP-клиент. Вы не VIP-клиент. А с чего вы взяли? Кушать хотели. Картошку хоть вынеси сюда, фри. Видите? Отойдите с этой, с лестницы уже началось. Может быть, просто... Нам, пожалуйста, два чизбургера, два сырных соуса, картошку фри. Такой плохой официант, да? Да. Вообще просто, не знаю, я бы уволил его. Ну, давайте, давайте следующий. Каждый закажет, что хочет просто. Давайте. Да, вот скажи, там, видим, примем мой заказ. Видите, а минет хоть можно смотреть? Здесь закрыто все. Как закрыто? Ну, да, здесь закрыто. Какой дерзкий. Да, вообще просто. Половой какой-то не тот. Гигант или нет? Наверное, нет. Но я имел в виду, что привратник. Привратник. Ребят, покиньте. Территория, это частная собственность. Покинуть что? Ну, хоть номер заказчика. Нельзя здесь вам ставить. Покиньте, это сейчас привезу. Номер столика скажите. Я просто картошку фри заказал. Ну, почему меня снимаете, молодой человек? А вы что, сниматься пришли сюда? Вы зачем меня снимаете на камеру? Кто вас снимает? Вот сейчас вы на меня камеру направили, молодой человек. Это не камера, вы что? А что это? У вас что, со зрением плохо? Спуститесь с лестники, пожалуйста. Я просто любуюсь вот на дверь с золотистыми ручками. Спуститесь. А вы мне мешаете. Вот сейчас вы снимаете меня на камеру. Запись покажите мне. Вам кажется. Как кажется? Сейчас покажу. Я записываю видео, увижу в интернете. А, вы хотите... О, так, человек пожелал увидеть свое видео. Свое видео увидеть. Дайте свое видео. Я увижу свое видео в интернете. Не дай кто? Спуститесь, пожалуйста, что с кто вам не дает? С лестники спуститесь, пожалуйста. Сейчас я вас спущу, не беспокойтесь. Пожалуйста. Сейчас я вас спущу, не беспокойтесь. Так, давайте закончим вот с тем сейчас помещением. Там, как я понял... Грубо, я вас тоже действительно могу спустить. Я вас на камеру на данный момент не снимаю. Вы меня снимаете на камеру. На камеру никто вас не снимает. Сейчас вы что делаете? Я любуюсь просто. На чего вы любуетесь? Камера направлена на меня. На поросенка любуюсь. Спуститесь с лестники. Вы бы видели, какой тут поросенок у меня в камере. Молодые люди, спуститесь с лестники. Да сейчас я спущусь вас, если будете так вот мне угрожать. Беспредел поражает беспредел. Знаете? Какой беспредел? Сейчас вы находитесь на частной собственности. Ну и что? Как, ну что? Вы находитесь на частной собственности. Я, ну и что? Чего вы взяли, что частная собственность? Вот это частная собственность, это взята земля в аренду. Вот это именно земля в аренду. В аренду у кого? Да. Так вы у меня, наверное, в аренду взяли. Тогда, а, вот, правильно, вот заговорили про документы. Вот покажите документы. Вот покажите документы и будете выгонять. И то не точно. Че? Встанем, ждем. Кого ждете? Кого надо? Столик заказанный. Номер заказа-то какой? С той стороны заказанного столик. Нет, с этой. Мы дверь открыли, заказали себе, ждем пока у нас
Картошку фри, два чизбургера. Да, это вот. А ты там что заказал? Да, морепродукты. Картошку фри, два чизбургера. Где написано ресторан? Где вот вы видите ресторан? Еда, да? Молодые люди, не надо снимать внутрь. Вы снимаете внутрь. Вам разрешили там снимать? Вам разрешили там снимать? Молодой человек. Че, полюбуйся. Молодой человек, вы разрешили снимать? Кто? Вы снимаете частную собственность. Ты кто? А ты кто? А ты кто такой? Ты кто такой? До свидания. Вот сам до свидания. Ой, боюсь. Это ты боишься. Да я школьник еще. Что ты меня ты боишься? Что ты меня так боишься? Ты боишься. Что ты за трясся, Вич? Вот что, покиньте. Руки охватывают. Частный собственный, покиньте. Руки убрал от меня. Руки убрал. Убрал от меня руки. Покиньте частный собственный. Сейчас я взял и покинул. Что здесь концерт устроил? Что там? Клоун, что ли? Вон, в конуру спрячься. Сейчас спрячься. В конуру спрячься. В конуру спрячься. Сейчас спрячься в конуру. В конуру спрячься, говорю. Что так разговариваешь? Ты что так разговариваешь? А ты что так? Что ты меня тыкаешь, я не понял. Это что такое? Пойдем, поговорим. Ты что меня трогаешь-то, а? Пойдем вниз, вниз. Да хрен, сейчас! Ай! Айфон свой подбери и сдресни отсюда. Выходим, выходим, выходим. Смотри, началось. Молодцы какие. Провоцируют? Все, давай, давай, выходим. Я разберусь, что мне делать без тебя. Пойди, ты что, педик, что ли? Что ты отрубаешь? Пойди, скажи. Стоп. Девочек иди трогай. Че ты пристаешь ты ко мне? Хренел. Там на улице стойте, снимай. Че ты? Че ты трогаешь ты меня? Я слышу, ты педик что ли? Я тебя спрашиваю. Нападать человека не ничего. Подожди, слышь, блядь, что это такое? Здесь снизу стойте, снимай, что надо, то и делать. Сюда не поднимайтесь и все. Сейчас я пойму. Потому... Сейчас прям слышится а? Начал. Тебе домой заходит? Нет, нет. Ты не заходи. Смотри, не свались с лестницы. Шкаф. Куда ты лезешь? А ты че тут стал? Да, блядь, спустись, блядь. 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 Тут рабочий человек, ты не пойму. Дай пройти. Куда? Туда куда? Пройти. Ну давайте побегаем за мной, давайте. Ты будешь провоцировать, провоцировать. Сюда человек. Снимай, блядь. Иди отсюда. Иди, здесь тебя никто не ждет. Иди сюда, камеру. Да что ты прыгаешь, ты ебаный. Да что заказано, я не буду смешивать, иди, блядь. Это основной, видимо, у них. Да. Только не ментов, пожалуйста. Только не ментов. Не надо ментов. Вызывай ментов. Чё, не надо? Не надо, пожалуйста, не надо ментов. Вызывайте ментов, просто они пускай заходят. Все, не трогайте. Сынок, тебе сказали, не трогай меня, понял? Вызывай ментов. Не давай проходить, не давай проходить. Сказал, не трогай.
трогай меня. Все, вызывай винтов сюда. Что с тобой, ты пьяный? Наркоман. Молодые люди пытаются проникнуть, они никак не понимают, ведут себя, ну, в анкетный зал. Неверовского 15, трюм. Да, Неверовского 15. Неадекватно себя ведут. Ты кто такой-то вообще, неадекватно ведут себя? Нет, это банкетный зал. Лисовский охранник. Это Лисовский у нас, охранник. Охранник, удостоверение свое, быстро. А? Удостоверение свое, говорю, охранник. Охранник, удостоверение свое. Ты охранник? Охранник? Охранник, руки убери от меня. Руки, руки от меня убери. Охранник? Ты охранник? Ты можешь спустить? Ты охранник? Какая разница? Что ты с ним болтаешь-то? Выйди отсюда, тебе сказали, что просто не захочешь. Оставь меня. Выйди, а. Охранник, удостоверение свое. Руки от меня убрал. Нам внутри не надо. Пусть хотят, пусть через стекло что хотят, пусть снимают. Понял? Пожалуйста, пусть снимают. Через... А чьи эти амбалы на меня накидывались? Никто не на тебя не накидывался. Ты заходишь в дверь, ломаешь дверь. Здесь кто ломает? Не пускайте его в дверь. Пусть что хочешь снимает. Все. В конуру давайте. Вперед. В конуру спрятался. Давай. А. Все, вызывай ментов. Все, пусть сюда не заходи сюда. Это не твоя территория. Сюда не заходи. А чья территория? Сюда не заходи. Чья территория? Не твоя. Чья территория? Не твоя. Я тебя чья не территория? Не твоя. Ты кто такой? Твоя территория. Ты кто такой? А ты кто такой вообще, Паша, не так пришел сюда? Ты кто такой? А как я должен прийти? Ты кто такой? Как... Смотри на себя. Ты кто имеешь право здесь беспорядок привести? Здесь я беспорядок? Я всего лишь тут стоял, на меня накинулись но три стой, каких-то стой, амбала. На тебя никто не накинулся. Ты делаешь глаза беспорядок. Разой. Ты делаешь беспорядок. Да? А ты что тут делаешь? Не пускай. Закрой дверь. Ну вот, прогресс. Было. Отвали небольшую часть, да. О. Кстати, мы туда же не ломились. Я вообще не ломились ни разу. Говорят, можно снимать даже, смотри. Что там у нас происходит? Не знаю, тут отражает здесь вот. Вон мой столик заказанный, вон он. Блин, я жрать хочу, вон там еда моя. Фу. Вообще я, конечно, в шоке от такого обращения с посетителями. Ну, пускай сейчас позванивают, да. Вон они там кричат. В непонятном диалекте. Лестница, реально нельзя стоять на лестнице. Офигеть. Это Москва, да? Какой век ты раз? Не порвали меня там, а то резко гомосятина развели, а? Да. Вот я и думаю, что они постоянно мужиков толкают, а? Сейчас этих охранников будем оформлять за нападение. Ни хрен знает кто выходит, спускает с лестницы. Реально. Тут реально можно упасть и умереть, вот реально. Да. Вот они в башкой вообще своей думают. Это просто, вот, я просто на самом деле такой великолепный физический подготовки. Я чуть не упал, я тебе серьезно говорю. Ты-то да, ты плохой, а я-то просто идеальный. Так мне еще и больно падать. Атлетически сложен. Нет, тут реально, тут приложиться головой и все. То есть они вообще чем думают? То есть нет мозгов, правда. Да, толкают человека и что, блин, ну. С лестницы. Даже по неосторожности, блин, это срок, это человека нету, блин, просто по приколу, понимаешь? Это охрана.